От маленького цеха, где все выполняется вручную, до масштабного высокотехнологичного производства, известного на всю Россию. Этот путь длиной в более чем 20 лет вместе с организацией, производящей двери и дверные замки, прошли и многие ее сотрудники. И кому как не им знать, в чем секрет успешного производства. В эфире телеканал «Регион 12» цикл репортажей о том, как работает в Мариэл малый и средний бизнес. И первый наш рассказ о предприятии «Гардиан». Более 20 лет с самой надежной репутацией. В прошлом году свой юбилей отметила одно из самых известных предприятий республики, чья продукция пользуется неизменным спросом во всех регионах России и за ее пределами. Сегодня «Гардиан» — это солидный холдинг, уплачивающий сотни миллионов рублей налогов в бюджеты всех уровней. А начиналось все в 1994-м с небольшого цеха по производству дверей. Я работаю с самого основания фирмы. Были 90-е годы. Вот, все заводы распадались, государственные. И решил устроиться на производство металлических дверей. С этого все и началось. Это производство представляло себе небольшую комнату, помещение, в котором стоял сверлильный станок, ручные ножницы, которым мы резали металл. И несколько, три или четыре стола было рабочих, на которых собирали двери. Впрочем, сегодня здесь производят не только знаменитые двери, но и не менее известные замки. Производят и конструируют. Через 4 года после создания компании было решено, что необходимое качество можно получить, лишь работая самостоятельно, создавая все необходимое своими силами. Так на предприятии появилось полноценное конструкторское бюро, которое справилось с поставленной задачей более чем успешно. Да, мы начали совершенно с нуля. С самого начала даже не представляли, что такое замки. Где-то месяц мы изучали замки и потом начали сами проектировать. А сейчас мы, можно сказать, ведущее предприятие, производящее замки. Ну, говорю, более 30 моделей различных замков и самое успешное по России предприятие. Начавшие намного позже всех, можно сказать, где-то в 98-м первый замок начали делать. Вот. А сейчас на нас ориентируются другие производства. Наши замки копируют все, кому не лень. Еще одно слагаемое успеха группы компаний «Гардиан» – постоянная модернизация производства. В прошлом году была введена в строй новая линия, в создание которой инвестировано более 280 миллионов рублей. Кроме этого, был построен новый цех. Это уникальное предприятие внутри предприятия с полным циклом автоматизированного изготовления дверей. Таким образом, «Гардиан» постепенно приближается к тому, чтобы создать производство полного цикла. Но все же ведущую роль продолжают играть не современные станки, а люди, которые здесь работают. Люди, те, которые уже пришли раньше, они те же и остаются. Фактически текучки нет. Поэтому с теми же людьми и работаем. Был мастером, был и токарем работал. Сейчас вот диспетчером производственным. Поэтому мне здесь вообще интересно. Работа группы компании «Гардиан» – это еще и солидный вклад в развитие социальной сферы республики. Ведь отчисления предприятия в бюджет превышают 400 миллионов рублей в год. Здесь работают и получают стабильную зарплату – в среднем 22-25 тысяч рублей – более 1100 человек. И, конечно же, «Гардиан» за 20 лет сделал неоценимый вклад в укрепление бренда «Сделано в Мариэл». Именно в отношении дверей и замков, выпускаемых «Гардиан», эти слова звучат как никогда надежно.